работаем в саду, девочки. Это очень сложно копать грибы. Совсем недавно мы грелись на солнышке, и 4 прекрасных дня нам подарила погода в марте и в апреле. 26 градусов. Ну не чудесно, даже летом в Минске бывает эта редкость. И вот за это время я успела привести свой сад в порядок. Даже успела позагорать. А вот вы в начале ролика видели кадры. Это утро уже 4 апреля. И как может быть такое? 3-го пошел сильный дождь, и мы все сильно пострадали, потому что ветер повалил деревья, у многих поломало крышу, деревья падали на дорогу, и это все было неожиданное. Мы сегодня с вами опять обращаемся к своей гортензии. Мы ее проветриваем, удобряем, рыхлим, обрезаем сухие веточки и садим розу. И поливаем обязательно. В конце обязательно все проливаем. Вы же знаете, что наша любимица любит воду. Это как водосбор. Гортензия гархинардия. Вот обратите внимание, мы эту гортензию всю подрезали, проветрили, сняли сегодня спанбонд и пленку. Сегодня у нас 29 марта, вот, и она такая прекрасная, вся в таких листиках. Сейчас она вот до вечера так постоит, и потом я укрою заново спанбондом. Вот, и обрезала все верхушечки и оставила вот там. Так подрезала и подрядила, все убрала сухие. Обсыпала ее вот такой хвойкой. Вот. И сейчас пролью удобрением для гортензии. Вот. Итак, дорогие друзья, вот так у нас прошел денек. А там посадили розу. Констант.
сажаем две герцогини Кристины. Очень ранняя весна, и мы садим в герцогиню Кристиану, Кристину. Смотрите, мы проверяем. Вот мы ее поставим вот так, и я ее туда посажу. И я решила сажать по две розы, чтобы пышное цветение было. Одну розу, и тут вторая роза. Две розы будут пышное цветение, будем делать. Вот, поэтому... Так, посадим ее, чтобы она втянулась к солнышку. Вот так. И вторую вот розу берем. Точно такую же розу. Вот. И будем ее тоже из коробки вынимать. И сажать две розы. Вот так. Здесь как-то высоковато. Сейчас я подкопаю. Герцогиня Кристина, Кристиана. О, это очень тяжело копать. О, у меня очень тяжелая глина. Кто бы помог? Да, на рыбалку ездит, а помощников нету. Да-да. Приходится женщине глину копать. Ага. Это очень сложно копать глину. Видели, какой закат красивый? Это глина. Фу, смотрите, какая яма. У меня растения живут как в катке, потому что это глина. Попробуйте вырастить растения. В саду у Татьяны одна глина растет. Вот и мучается Татьяна, и розы мучаются. Дорогие друзья, обязательно заходите и смотрите ролики. Канал ставьте лайки, пишите комментарии.